Турецкие военные за сутки ликвидировали более 30 террористов ТИГИЛ в Сирии. Ракетным и артиллерийским ударом подверглись 292 объекта боевиков, в том числе командные пункты. Напомню, операция «Щит Евфрата» продолжается с 24 августа прошлого года. Турецкая армия пытается освободить приграничные территории от влияния боевиков, а также создать в этом районе зону безопасности для беженцев.